Вітаю шановних клієнтів найкращої автошколи. Вітаю з прожитим днем. Це дуже великий подарунок. Ще один день. І дуже радий, що ви цей день витрачаєте в тому числі на вивчення водійської майстерності. Про всяк випадок питаю, чи є якісь, мабуть, прохання, питання? Ні? Якщо ні, я тільки скажу, що ми з вами рухаємось по плану, як зараз модно казати, у нас все йде по плану. Ми найближчі два заняття проходимо ті розділи, які залишились. Потім домедична допомога. Потім устрій як агрегат, устрій транспортного засобу. Щоб ви розуміли, що діється, коли ви натискаєте гальма, наприклад, чи рухаєте важіль коробки перемикання передач. І потім останнє заняття, останній розділ, технічний стан, трохи про ДТП, трохи про практичні навички водіння. Я обіцяв розповісти про як їздити по ямах, вибоїнах, чуть не сказав колдобинах, культурне слово, є друге слово. Вот как-то так. То есть мы с вами видим край общения. Все, если нет никаких вопросов, я тогда приступаю непосредственно к занятиям, да? Наступный раздел 23. Буксирование та эксплуатация транспортных составів. Тобто це не одно і те саме буксування і автопоїзди, автопотяги. Це не одно і те саме. Так, підвисло, да, или не підвисло? Скажіть вслух, нормально все со связью? Нормально все. Все хорошо. Окей. Добре. Я про всяк випадок спитав. Так, добре, все. Зараз ви бачите презентацію. Вспоминаем буксировку с первого раздела, жесткая, гибкая, частичная погрузка. Вот, сразу забегая вперед, сейчас мы об этом будем говорить, это есть в тестах. Что касается буксировки, в тестах что может быть? Жесткая сцепка, вот эта палка, которая крепится между двумя транспортными средствами, жесткая, должна быть длиной не более 4 метров. Трос буксировочный должен быть длиной 4-6 метров и должен быть изготовлен из светоотражающего материала. Если он не из светоотражающего материала, то он оборудуется флажками на расстоянии 1 метр. Про флажки чуть-чуть позже. Флажки по диагонали красно-белые полосочки на них. Вот эта информация может быть, в общем-то, в тестах. Так, и еще один момент. Я буду говорить на протяжении рассмотрения данного раздела. Буду говорить номер первый. Это тот, кто тянет, тот, кто буксирует. И номер второй, тот, кого буксируют. Вот вы не удивляйтесь. Номер первый, кто тянет. Номер второй, кого. И сразу на картинку посмотрите, что мы видим на картинке. Номер первый с включенным светом фар, а номер второй с аварийкой. Это тоже есть в тестах. Так, теперь текст 23.1. Так, прошу прощения. 23.1. Буксировка выполняется машинкой без прицепа. К
Кстати, вот на картинке, я дважды об этом скажу, чтобы вы запомнили. Смотрите, номер первый не имеет права быть с прицепом, а номер второй может быть с одним прицепом. И все, не более. Если что-то, если это не так, то тогда требуется дополнительное разрешение от нацполиции, например, для такой буксировки. Это вот я вам иными словами, пункт 23.1. Конечно же, сцепные устройства должны иметься и должны быть исправны. Вы видите сейчас внедорожник, машину, подготовленную с лебедкой, с кенгурятником. Лебедка – это чтобы вытаскивать машину. Кому интересно, там такой крючок. Человек подходит, вытягивает трос с крючком, оборачивает вокруг дерева, цепляет и включает лебедку. Она электрическая, как правило. И машинка сама себя за веревочку вытягивает из грязи. Так вот, само буксировочное устройство у внедорожников и легковых автомобилей некоторых может быть в виде такой открытой петли под бампером в нижней части кузова. У большинства транспортных средств буксировочное устройство – это дырочка, которая под заглушечкой. Заглушечка отколупывается отверточкой и на такой висюльке пластмассовой. И там дырочка спереди и сзади в бампере у обычных легковых машин. Туда вкручивается вот такая проушина, до упора вкручивается, чтобы не открутилась. И к ней уже цепляется, к этой проушине, трос. Собственно, это вот у обычных нормальных машин. Вот эта проушина должна быть с машинкой в комплекте. В комплекте должен быть домкрат, запасное колесо. Вот. Или вместо домкрата, запасного колеса и баллонного ключа должен быть ремкомплект, так называемый. То есть такая специальная пенка, которая задувается в колесико, которое пробилось, в котором дырочка, чтобы можно было доехать до шиномонтажа. Ремкомплект характерен для богатых развитых стран. Они там не напрягаются, колеса не меняют. Они едут до шиномонтажа, либо вызывают ассистанс, помощь. Вот, не напрягаются. Это то, что должно быть с машинкой, кстати. На всякий случай напоминаю. Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки. И в комплекте с машинкой вообще-то должно быть вот эта буксировочная проушина. И либо ремкомплект, либо запасное колесо с домкратом, чтобы поднять машинку, и баллонным ключом, чтобы открутить гайку. Почему я об этом говорю? Потому что других никаких инструментов с машиной сейчас не предлагается. Даже с новой машиной. Кроме домкрата, баллонного ключа, ничего больше и запасного колеса не предлагается с машиной. Поэтому совет автопрофессора: положите хотя бы отвертку и плоскогубцы, ну, в машину, чтобы хоть какие-то инструменты у вас с собой были. Вот. Что касается ассистанса, ассистанс предлагают отдельные особо продвинутые страховые компании, но то такое, то я бы настороженно относился. И если вы купите новую официальную машину в Украине, там, как правило, год-два предлагается вот эта помощь, ассистанс, то есть приезжают к вам люди, помогают менять колесо, помогают что-то сделать, либо буксируют машину для ремонта, если это гарантийный случай, либо вот как-то помогают. Это как бы вот такие условия тех, кто покупает новые гарантийные машины. Кстати, один из новых гарантийных машин есть в моем ролике, но это так, я к слову. Но имейте в виду, это очень дорого, оно того не оправдывает. В нормальных странах ассистанс входит в страховку. Я это наблюдал в Евросоюзе, чудесно. Страховку вот эту обязательную, про которую я вам рассказывал, входит и ассистанс. А членам немецкого автомобильного клуба, а практически все автолюбители, члены АДАКа, АДАК это немецкий автомобильный клуб, вот, им колеса меняют бесплатно. Да, я отвлекся. Возвращаемся. Это я вам рассказал. На световые приборы вы уже обратили внимание. Жесткое, гибкое, понятно. Вот, да, 23.2 я вам рассказал. Единственное, что я вам не рассказал, что для Харькова, например, и вообще крупных городов украинских, характерны так называемые автовозы. То есть неисправный автомобиль погружается полностью на платформу и отвозится либо к месту ремонта, либо к месту парковки, либо туда, куда скажет владелец. Вот. Почему? Потому что автомобиль может быть поврежден ДТП и не может самостоятельно передвигаться. Или же он может быть оборудован автоматической коробкой передач. Вам этого никто не расскажет, только я.
Инструктор будет вас учить ездить. Вот. Автоматическое, некоторые конструктивно-автоматические коробки передач не предназначены, чтобы машинка ехала, двигатель не работал, а машинка ехала. И через трансмиссию она может прийти в негодность, потому что она рассчитана на работающий двигатель, там поддерживается рабочее давление трансмиссионной жидкости и так далее. Поэтому это надо уточнять, на всякий случай знать про свою машинку, какая там коробка и так далее. На ряде автоматических коробок на центральном тоннеле возле рычага есть маленькая заглушечка, под ней для отверточки дырочка. Туда нужно вставить отверточку и повернуть на 90 градусов, чтобы можно было катиться на машине накатом, в буксировке, на тросе, не включая двигатель. Я считаю, что я полезную информацию вам сейчас дал. Далее. Пункт 23.3 я вам тоже рассказал. Значит, сам флажок, про который я не рассказал, про нем написано в пункте 30.5. На следующем занятии, я думаю, мы до него дойдем. Через каждый метр, да, флажки по диагонали красно-белой полоски. Вот. Далее. 23.4. При буксировке на гибкой сцепке в номере втором должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление, а на жесткой сцепке в номере втором должно быть исправно рулевое управление. Потому что она же все равно едет, вы понимаете? Она же все равно едет. Да, вот картинку вы видите. УАЗик, это первая машина, на которой я ездил. УАЗ-469. Но это его более новая модификация. Это, знаете, Мерседес сделан Гелендваген 30 лет назад, а россияне сделали УАЗик 30 лет назад. Они отдаленно похожи, но это небо и земля, понимаете? Луна и солнце. Вот такая же разница между этими машинами. Общее только одно, они практически не менялись конструктивно на протяжении более 25 лет производства. Но Гелендваген отдельная тема, не входящая в наш курс, к сожалению. Я не фанат Гелендвагена, но отдаю должное этой машине. Вот так. 23.5. На жесткой или гибкой сцепке осуществляется буксировка при условии, что за рулем номера второго находится водитель. Кроме случаев, когда жесткая сцепка обеспечивает повторение траектории. Это что значит? Это значит, вот как нормальный прицеп, да, таких приспособлений очень мало. Вы видите спортивную машину, которая к месту соревнований перемещается таким образом. Почему? Потому что форсированный двигатель спортивного автомобиля имеет низкий ресурс работы. И ездить на нем по дорогам общего пользования не очень целесообразно. Вот такое устройство, которое позволяет колесам поворачиваться передним. Но это редкая ситуация, редкая. Вот, да, 23.6 сказал. 23.7. Недействующее рулевое буксируется в соответствии с пунктом B23.2, я это уже сказал. Это частичная погрузка, когда передняя часть, либо автовоз. Кстати, частичная погрузка номером первым может быть только грузовой автомобиль. Потому что вы не можете легковую машинку погрузить передней частью в другую легковую машину. 23.8. Перед началом буксировки водители согласовывают подачу сигналов. Этот пункт пришел из советских времен, когда не было мобильных телефонов. То есть водители договаривались мигать сигнальчиком, пибикать. Или мигать фарами. Ну, типа, если надо остановиться там или что-то. Или какие-то условные сигналы, чтобы они могли как-то вот координировать свои действия. Сейчас, конечно, есть мобильный телефон, но я бы советовал все равно о самых главных сигналах договориться. Так безопаснее. И я бы советовал вам в первые два года своей водительской карьеры не становиться ни номером первым, ни номером вторым. Ну, в смысле водителем. Потому что там специфичные навыки, я бы не рекомендовал. Зачем дергать судьбу за... Сами знаете за что. Можно дергать судьбу. Далее. Да, 23.9. Картинка не поэтому.
Во время буксировки, как на жесткой, так и гибкой сцепке, запрещается перевозить пассажиров в номере втором, кроме легкового автомобиля, и кузове номера первого. В случае частичной погрузки запрещается везде везти пассажиров, кроме кабины номера первого. Это из-за объективных характеристик самого процесса. А теперь вот то, чему посвящена картинка. 23.9. Когда запрещается буксировка? Если фактическая масса номера второго превышает половину массы номера первого. Я надеюсь, я понятно сказал. Для чего? Если у номера второго неисправные тормоза. Почему? Чтобы по законам физики не перетянуть его за собой. Вот. Я надеюсь, вы поняли, что я сказал. Если не поняли, спрашивайте. Также запрещается гибкая сцепка во время гололедицы. Ну, это просто не может закончиться хорошо. Также, если длина вот этого вот сцепленных транспортных средств превышает 22 метра, мы, кстати, об этом говорили, а маршрутных транспортных средств 30 метров. Но вообще надо посмотреть, честно, давайте-ка я посмотрю последнюю редакцию правил, чтобы я вас не вел в заблуждение, дорогие мои. Сейчас, 23. Это у нас пункт 23.10. Да, нормально, ничего не изменилось. Все я правильно сказал. 30 метров, если это сочлененное маршрутное транспортное средство, например. Также запрещается мотоциклами. Вот. И мотоциклов. Кто мне скажет, тут у нас 1, 2, 3. Какой вариант разрешен буксировки? Один, два, три. Первый. Разрешен или запрещен? Первый разрешен. Спасибо, Виктория, совершенно верно. Почему я акцентировал внимание? Потому что так может быть в тестах. Будет картинка. Запомните, все очень просто. Если два колеса, то нельзя быть ни номером первым, ни номером вторым. И если хотя бы у одного, у номера первого или номера второго, два колеса, то буксировка запрещена. Если у обоих хотя бы по три колеса, и у номера первого, и у номера второго, тогда буксировка разрешена. Все очень просто и четко. И логично. Потому что это еще тот аттракцион, вы понимаете. Номерах вторых должно быть, да. Если номерах вторых два и более, то я говорил, необходимо дополнительное разрешение. Также запрещается буксировка автобусами, потому что они как бы для этого не предназначены. За исключением ситуации, когда конструктивно сцепное устройство установлено заводом-изготовителем на автобусе. То, что вы видите, веселые, спокойные, мирные европейские туристы едут в горы. И в этих прицепах, видимо, лыжи, скейты и прочее, туристическо-отдыхательный спортивный инвентарь. В такой ситуации можно буксировка, если это конструктивно, технически возможно. Да, любая буксировка на горных дорогах гололед запрещена. Это просто будет в другом пункте, но мы сюда вот добавили. И последний пункт, потому что 23.12 исключен, 23.11. Смысл пункта 23.11, прицеп, если мы говорим о прицепе, да, разрешается при условии, если они исправны, и первый, и второй, в смысле в данном случае второй это прицеп, и конструктивно соответствуют, помогают друг другу, у каждого свой прицеп, то есть конструктивно соответствующий, да. А это украинский автомобиль КРАС, Кременчугский автозавод. Он живой, он производит автомобили, производил и производит, в основном для силовых структур. Такой же точно, только темно-зеленый и не трехосный, а двухосный. То есть сзади одна ось. Ну, такая модель у них одна из последних. В общем, пытались они работать, собирать.
И даже пыталось наше государство закупать грузовые автомобили повышенной проходимости для силовых структур у Кременчугского автозавода. А тем временем я закончил раздел 23. Раздел 23 закінчено, тому є у вас нагода спитати мене щось, якщо у вас якесь питаннячко з'явилося. Якщо ні, як ми домовлялися, якщо ви мовчите, то я продовжую. Далі у нас розділ, який безпосередньо стосується саме вас. Учбова їзда. Точніше, українською, до речі, правильно казати, навчальна їзда. І не учбова автівка, а навчальна автівка. Не знаю, чому у нас пишуть на автомобілях учебних учбовий, правильно писати навчальний. Ну, це я не знаю, чому так. Об этом вас в тестах не спросять. А вас спросять в тестах вот о чому. 24.1. Ученик и лицо, которое претендует на водительское удостоверение, должно иметь возможность делать это по медицинским показаниям. То есть должна быть медицинская справка. Вместо черного квадрата здесь должен быть скан медицинской справки с голограммой. Но что-то пошло не так у меня, видите? Короче, должна быть справка. А если серьезно, во время учебной езды не забывайте брать с собой документ, удостоверяющий личность, типа паспорт. И медицинская справка у вас должна быть при себе во время учебной езды. Дальше есть в тестах 24.2. Обучение разрешается с 16 лет на категорию Б для вас, а права выдаются с 18 лет. Это может быть в тестах. Да. Вот такие права, ну не такие, они такие розоватенькие чуть-чуть будут. Это предпоследний вариант, голубоватенький пластик, а у вас будет такой розоватенький. Так вот, вам может попасться еще и вопрос по поводу мотоциклов, в смысле двухколесных категории А. Тут все сдвинуто на 2 года, обучение с 14, а водительское удостоверение выдается с 16. Вот такие розовенькие будут у вас, так, пластик. Значит, с 16 есть законопроект, разрешите автомобили с 16. Но права с 16 пока нету такого, так что в тестах будет с 18. И по законопроекту нотариальное согласие родителей. Видимо, как в Америке. Ну, пока этого нет. Далее. Пункт 24.3 говорит о том, что прежде чем кататься, нужно изучить правила. Что мы с вами, собственно, и делаем. 24.4. Да, вы не расстраивайтесь. Будет сначала скучно. Первое занятие – это изучение органов управления у вас будет. Удобная, правильная посадка за рулем. Настройка зеркал и других органов управления под себя. И езда на закрытой площадке для приобретения минимальных навыков. Типа остановиться, тронуться, повернуть. И только после приобретения начальных навыков управления инструктор с вами поедет в город, поедет на улицу. Почему? Ну, потому что надо хотя бы уметь поворачивать и останавливаться, чтобы все были целые и улыбающиеся. Следующие два пункта исключены. Да, обучение, да, на площадках или в пустынных местах. Я добавлю, обучение должно производиться инструктором, который имеет на это аттестат, соответствующий документ, называется аттестат. Вот, у меня он есть, кстати. Да, и на машине со вторыми органами, с дубликатом органов управления. То есть, если дядя Вася, или папа, или мама, или друг, или брат начнет вас учить, это чревато проблемами. Имейте в виду. Я имею в виду проблемы, помимо скандалов, вот, ухудшение отношений с родственниками и друзьями, поверьте. Вот. Знаете, как джигиты говорят? Свое оружие, свою женщину и свою машину никому не дают. Понимаете? Да. Так вот,
и ДТП, возможно, потому что сложно остановить машину в некоторых ситуациях. В общем, это такой себе, да. Теперь то, что есть в тестах. 24.8. Оборудование. Транспортное средство учебное должны иметь опознавательные знаки. Дополнительными органами управления как минимум педаль тормоза для коробки автомата, то есть сцепление и газа, если это конструктивно возможно. Да, опознавательный знак У. И дополнительным хотя бы одним зеркалом заднего вида для инструктора. Почему? Потому что штатные зеркала настраиваются на ученика. Видите, вот у инструктора второе зеркало. Он же тоже должен видеть обстановку. Да. Вот, собственно, все. Последний пункт. В данном разделе 24.9 запрещается учебная езда. Это тоже может быть в тестах. Учебная езда запрещается в жилых зонах, дорогах для автомобилей и автомагистралях. Учебная езда категорически запрещается. Могу напомнить вам то, что я вам говорил в начале нашего курса, что юридически водителем считается инструктор. А вы вот так вот считаетесь, как это сказать, вы считаетесь учеником. Ну, как-то так. Есть вопросы по учебной езде? Уже, наверное, нетерпение, да, скажите? Нетерпение уже хочется? Юрий Васильевич, можно спросить, обязаны ли мы в первые 2 года знак 70 клеить на свой автомобиль? Мы об этом будем говорить на следующем занятии, но раз вы спросили, отвечу. В правилах написано «должны». Вот понимаете, как хотите. Мы об этом поговорим. Напомните, я скажу свое мнение на эту тему по поводу... Вообще, все вот эти наклейки, инвалид, 70, туфелька, на следующем занятии мы пройдем. Хорошо. Напомните, спасибо, я про туфельку расскажу, про 70 расскажу, заодно про этот флажок расскажу, который на буксировочный трос, я все расскажу. Спасибо. Но вообще-то да, как бы. Я просто, почему я говорю «как бы»? Потому что это наши люди. Если нет штрафа за это, то этого никто не выполняет. Я не знаю, есть ли за это штраф, честно. Потому что этого в тестах нет, поэтому я не знаю. Зачем мне это помнить? Я все равно такое клеить не буду. У меня 300 лет стажа, я шучу. Как у черепахи тортилы. Шучу, шучу. Это я постучал по дереву. Все водители, дальнобойщики суеверные. Еще питание, будь ласка. Тоді я пропоную наступний розділ. Пам'ятаєте, я вам обіцяв, що буде просто, легко, коротко. Зрозуміло. Ми же бачимо обрій, точніше, бачимо закінчення нашого шляху, нашої подорожі спільної. Ви відразу забудете про мене. Забудете про мій ютуб-канал, а інструктор – це ж такі хвилювання, такі вот, переживання. Вот. Так що відразу він стане для вас людиною номер один. Ну, це таке життя, так воно і буде. Так. Я для цього філософськи готовий. Ви бачите на екрані перед собою розділ 25, рух в колонну. 25.1. Опознавательный знак на всех машинках должен устанавливаться колонна. И включается ближний свет фар. Это может быть в тестах. Опознавательный знак колонна может не устанавливаться, если колонну сопровождают что? Оперативные машины с включенными проблесковыми маячками. Красным, синим и красным, зеленым или синим зеленым. И или, и дробь или специальными звуковыми сигналами.
Да, организованы группы детей лучше со значками. Не обязательно это полиция, может быть военная автоинспекция или иные специальные автомобили, предназначенные для эскорта, то есть сопровождения. Вот так военные колонны видите, мрачная, мрачная картинка, мы такие колонны видели скоро год как в нашу сторону, да. 25.3 скорость движения колонны и дистанция определяется старшим колонны или по режиму движения головной машины в соответствии, естественно, с правилами. Вот, да. Колонна в сопровождении может ехать не в один ряд. Так едет президент США. Обратите внимание, автомобили секретной службы, так у них называется служба госохраны, бронированный Кадиллак, великие державы ездят на своих машинах. На своих машинах ездит США, Франция, Германия, руководители глав государств. Ну, Россия тоже сделала себе машину, там сделали они 3 машины, вручную собрали. Вот. Так вот, они могут ехать не в один ряд. Тут и скорая помощь, ну, понятно, президенту Америки нужна, на всякий случай, ему 82 годочка. Ну, молодец, дед, молодец. Не побоялся, приехал в Киев, молодец. Да. Возвращаемся к тексту. Это может быть в тестах 25.4. Колонна без сопровождения, если она большая, должна разбиваться на группы. Максимально по 5 машинок в группе, 5 транспортных средств. Между ними должны быть разрывы. Разрывы, понятно, для чего. Разрывы для того, чтобы безопасно могла поместиться машинка, которая их обгоняет, для удобства обгона колонн. Да, колонна в сопровождении не разбивается на группы, потому что в нее нельзя вклиниваться. 25.5. В случае остановки колонны, мы это уже, кстати, проходили, включается аварийка на всех транспортных средствах, составляющих колонну в случае остановки на дороге. Вот. Другим транспортным средствам запрещается обгонять колонну или двигаться рядом с ней, если она без сопровождения. Вот, да. Об этом я, собственно, тоже говорил. Да, это у нас... Да, эта картиночка у нас должна быть вообще-то вот здесь. Сейчас, секунду, по смыслу. Вот, и у меня есть еще несколько картинок. Раздел закончен. Картинки, как говорится, по теме. Что тут у меня? Да. Кстати, такая колонна вот на море ехать, да, можно, в принципе. Но веселее, удобнее всего первому, а хуже последнему. Он постоянно то отстает, то догоняет, то тормозит, вытормаживается. Тяни, толкай, как гармошка. И я бы советовал коллективно путешествовать с людьми, с которыми у вас есть взаимопонимание и общие интересы. Иначе возникают проблемы. Заезжать в кабак или, ой, извините, заезжать до достопримечательности или нет, смотреть и так далее. Если маленькие дети, они кричат, они хотят в туалет, там паузы чаще и так далее. Много возникает вопросов при совместных путешествиях. Высчитывать дистанцию мы с вами не будем. Это такое дело неблагонадежное и не, нету его в тестах. Так едет нам помощь по Европе, да. Вот. Могут устанавливаться знаки ограничения скорости на колонне. На колонне они устанавливаются, там бывает и 50, и 40, и 70. Почему? Для извещения других, я объясняю логику, для извещения других участников движения о том, что вот мы же быстрее не поедем, ребята. Имейте в виду, либо обгоняйте, либо терпите, потому что мы не можем или не хотим, ну как-то так. Технически в смысле, либо организационно. Да. Постоянное движение в колонне запрещено. Да, скорость, это мы пропускаем. Скорость. Ну и, собственно, все. Ну и, собственно, все. Вряд ли вы будете ездить в колоннах. А если будете, то у вас будет старший, который объяснит.
Ну, я, в принципе, основную сказал проблему. Основная проблема езды в колонне в том, что получается такая гармошка. Да? Поэтому требуются некоторые навыки. Чему, собственно, и учат водителей. Чему, собственно, и учат водителей в военных учебных центрах, по крайней мере, в мирное время, чтобы военные водители имели возможность перемещаться колонной, когда это необходимо. Ой, в военных целях, там все стали продвинутые, все это теперь понимают. Вопросы? Так, дякую. Мы завершили розділ 25. Пропонується вам ще розділ. Розділ пропонується 26, наступний. Рух в житловій та або пішохідній зонах. Зараз буде презентація. Я трохи вже торкався цієї теми. Так, слышно, видно, скажите вслух. Так. И презентация теперь видна, правильно? Да. Я трохи, дякую, я трохи вже торкався цієї теми. Чому? Тому, щоб ви запам'ятовували інформацію, тому що повторення мати навчання. Вот. Поэтому вы не удивляйтесь, то, что я сейчас буду рассказывать, вам должно быть знакомо. Не надо рассказывать снова, что такое жилая пешеходная зона. Единственное, вы пока думаете, я скажу то, что считаю нужным сказать. Знаков может не быть, но это не значит, что не нужно соблюдать. То есть, стоит возле двора жилого дома такой знак или нет, соблюдать данное правило все равно нужно. Вот это вот я бы напомнил вам. 26.1. Разрешается пешеходам двигаться везде, а не только по тротуарам в данных зонах. Вот. При этом они имеют преимущество перед транспортными средствами. Но тут написано дипломатично, но они не должны мешать машинам. Ну то вы же понимаете, то как повезет. То как повезет. 26.2. Иллюстрация хорошая к пункту 26.2. В жилой зоне запрещается транзитное движение. Что это значит? Жилая, вот видите, машинка, да, перечеркнута, нельзя. Жилая зона не должна использоваться как дорога. То есть по ней нельзя ездить. Она должна использоваться как прилегающая территория. То есть заехали в нее, сделали свои дела, выехали. Заехали, поставили машинку и спите. Это если ваш жилой дом. И уехали. То есть использовать как дорогу улицу нельзя. Далее. Тут в принципе и на одной картинке все есть, и на других. Стоянка разрешена в специально отведенных местах. И располагаться должны машинки таким образом, чтобы не мешать пешеходам. Запрещается стоянка, видите, машинка, запрещается стоянка с работающим двигателем. Вот, запрещается учебная езда. Машинка, о, видите, запрещается. Да. Ну, тут написано, видите, сквозное движение. Ну, это такое какое-то слово, сквозное. Транзитное. На газонах же тоже нельзя, это в другом месте правило. Да, видите, обливают краской, стало на тротуар BMW X5. Это Россия, да, в России. Ну, это как бы правонарушение, да, но как бы совет такой автопрофессора. Старайтесь все-таки наших врагов, пешеходов не раздражать и ставить машины по уму. Потому что если вот, во-первых, все ругаются, выставляют в фейсбуках и социальных сетях, телеграмах фотографии вашей машины, если вы такое бросите. Во-вторых, возможны агрессивные действия, да, как бы, не надо их провоцировать. Так выглядит сгоревшая машина, точнее, сгоревший моторный отсек. Не вся машина, а моторный отсек сгоревший так выглядит.
Ну, а вообще понятно, что вот так вот перед подъездом нельзя ставить машину, потому что никто ж нормально ж не зайдет, не выйдет. Вот. Разве что для погрузки-выгрузки, и то извиняюсь перед жильцами. С работающим двигателем, да, но я хочу сказать, этот пункт невозможно выполнить, потому что зимой, если машина обмерзла, ее надо прогреть, чтобы отогрелись стекла, зеркала, счистить снег с машины, очистить световые приборы, чтобы они не были за снегом и грязью залеплены. И если машина стоит на открытой площадке, без навеса, без крыши, то нельзя это сделать сразу. Но для успокоения могу сказать, я не видел, чтобы за это штрафовали. Возле дома машина стоит с работающим двигателем. Не видел такого, не припомню. Почему учебная езда запрещена, вы поймете после первого же занятия. Потому что жалко бабушек, собачек, кошек во дворе и прочих. Вот, да. И последний пункт: запрещается в этих местах, в жилой зоне, запрещается как движение, так, в общем-то, и парковка, я так понимаю, грузовых автомобилей, кроме тех, исходя из этого, которые обслуживают предприятия граждан, находящихся в данной зоне, или принадлежат гражданам, которые, например, проживают в данной зоне. То есть вот это вот вы видите, да, вот этот дальнобойщик приехал домой, что я могу сказать. Потому что мы видим сидельный тягач без прицепа, то есть автопоезд без прицепа, это не автопоезд, это сидельный тягач. Видимо, дальнобойщик приехал домой. Да, или выполняются работы коммунальных служб по уборке территории, ну то такое, да. То опять московиты, что я могу сказать. Да. Я уже приводил пример. Рояль привезли для девочки или для мальчика, в подъезд выгружают. Конечно, грузовая машинка заезжает. Это, собственно, пункт 26.3. Я сейчас рассказал. Еще обозначенное знаком водитель с инвалидностью, я не сказал. Либо автомобиль, который перевозит человека с инвалидностью. Вот. Если другие есть подъезды к объектам, то тогда надо пользоваться ими. Ну, что, собственно, логично. Что, собственно, логично. Ну, вот как-то так. Как-то так. Напомню, в 12 разделе мы проходили. Движение запрещено со скоростью быстрее 20 км в час. Да, насчет инвалидов. Смотрите, я не выставлял эту новость в группе. Внесено изменение, если я не ошибаюсь, новейшее, последнее правило этому изменению один день, а вы его уже знаете, потому что у вас хорошая автошкола. Про себя молчу. Вот эта наклеечка, налепочка вот эта инвалид, она изменила колер. Она осталась така сама, залишилась. Але ж вона фон з жовтого змінився на синій колір. Ось такі, мабуть, так в Європі. Тому і в нас зараз так. Ну, жовтий, звичайно, краще кидається в очі. Але ж я ж не буду зараз обговорювати, критикувати уряд, тому що у нас воєнний стан – це заборонено законодавством. Тому уряд критикувати не буду за це. А чому уряд? Тому що правила дорожнього руху, я казав на самому першому, ні, на другому занятті про це. Це акт, який видається та змінюється урядом, Кабінетом міністрів України. Правила дорожнього руху – це підзаконний нормативно-правовий акт. Тому що закони в нас встановлює Верховна Рада. Так, що ще? Да, тут така справа. І останній пункт в цьому розділі 26.4. При виїзді из таких зон, вот, по аналогии с выезда с прилегающей территории, с парковки, с территории АЗС и так далее, необходимо пропускать всех,
кто там уже есть на этой улице и дороге, включая велосипедистов и пешеходов. Пропускаем всех. Если иное, конечно, не установлено средствами регулирования движения, но, как правило, при выезде со дворов, ну, разве что может быть выпуклое зеркало. Вряд ли там будут какие-то еще средства организации регулирования движения. Так же, как и при выезде с пешеходных зон, там, где движение происходит на постоянной основе. Собственно, этого и будут ожидать от вас другие водители. Таким чином, непомітно, мы с вами разглянули вже розділ І-26 також. Слухаю питання, мабуть, виникли у вас на цьому місці. Добрый вечер. Да, слушаю. Есть заполнение к пункту 25-му. Движение транспортных средств в колоннах. Хотя велосипед тоже у нас является транспортным средством, если уж по определению. Так, чтобы закончить тему, да. И это встречается в билетах, колонна велосипедистов до 10 велосипедистов и дистанция между ними 80-100 метров. Это встречается в билетах. Спасибо, Игорь. Таким темпом вы сможете меня заменять, работать на замене. Я без иронии говорю, надеюсь, вы правильно понимаете. Значит, все правильно, спасибо. Я об этом не сказал, потому что мы об этом... Смотрите, у нас есть отдельные категории участников дорожного движения. Нет, полезное дополнение, большое спасибо. У нас есть отдельная категория участников движения, которые регламентируются, движение которых регламентируется отдельными разделами. Например, велосипедисты, гужевой транспорт. И вот там как сказано, что движение их, они двигаются в соответствии с данными разделами, а также со всеми остальными разделами правил дорожного движения, которые не противоречат их разделу. Вот, поэтому движение, да, группами, ну, велосипедисты движутся не колоннами, там написано, если я правильно помню, велосипедисты движутся группами, вот, и там, да, там между группами другой разрыв, вот, 80-100 метров, совершенно верно, абсолютно верно. Правило 6.3, именно колонна велосипедистов. Да, ну, видите, я забыл, ну, колонна, ну, человеку свойственно, да, колонна, ну, тогда колонна, да. Ну, я же говорю, в раздел колонны не включили их, потому что у них там свой раздел. Хотя, кстати, да, вы хорошую вещь заметили, молодец. Кстати, прикольно. Например, что касается аварийной световой сигнализации, если вы заметили, есть упоминание в каждом разделе. То есть, где повествование касается аварийки, там везде написано пункт 9.9-9.11. Это как раз то, что касается аварийки. А вот насчет, да, велосипедистов ссылочки нет. Ну, вот вы глубже понимаете правила, чем те, кто их составляет. Что я могу сказать? Опять-таки, без иронии, на полном серьезе. Совершенно серьезно говорю. Я просто юрист, как бы немножко понимаю в документах, поэтому я квалифицированно это отмечаю. Так, еще что у нас? Что мы еще не обсудили? Пью компотик и все-таки скажу одну фразу. Сейчас вы отдохнете, я отдохну. Почему рашисты уперлись в договор о стратегических вооружениях наступательных? Они хотят договориться. Они хотят перевести конфликт украинский, ну в смысле то, что они вляпались. Они хотят вывести на общение с Соединенными Штатами по поводу ограничения ядерных вооружений. То есть, типа, мы с Украиной решим, давайте мы решим, типа, по ядерным вооружениям и заодно с Украиной. Но они пытаются съехать вот на, как это, на другой кейс, как сейчас говорят. Они хотят с кейса Украины съехать на кейс ядерного ограничения и контроля ядерного оружия. Вот что пытается сделать Путин. Вот, как-то так. Тем более, они говорят, а у Франции, Англии тоже есть. А давайте посчитаем еще ракеты и другие средства доставки ядерного оружия, какие есть у Великобритании и Франции. Давайте мы все это посчитаем, договоримся, ну и заодно по Украине.
то, что называется Ялта-2. Они пытаются на это съехать. Вот. А то я просто сказал и не рассказал. Вдруг кому-то интересно. Ну, это все никак не оправдывает уничтожение, нападения на Украину, уничтожение гражданских лиц, пытки и прочие военные преступления, преступления против человечности. Никак это не оправдывает. Ну, об этом, конечно же, Путин и прочая эта вся сволочь не говорит. Да. Следующий раздел. Сейчас я его включу. Который, в принципе, на сегодня запланирован. Запланован на сегодняшний раздел 27-й. Він трохи такий, теж не дуже великий. Він має назву «Рух по автомагістралях і дорогах для автівок, автомобілів». Зараз буде презентація. Ось вона. Ну, от два слова ще. От два слова в качестві... Опять-таки, небольшого практического совета. Вы это заметите, когда начнете ездить. Когда... Сейчас, кстати, запись идет. Запись идет. Сейчас, секундочку. Да. Одну вещь хочу вам рассказать. Совет общего характера. Вот что я хотел сказать. Характер движения в городе, в населенном пункте, особенно большом, очень сильно отличается от движения по трассе на дороге. Я понимаю, что это банальная мысль, но я что имею в виду? Я акцентирую ваше внимание. Во-первых, разный скоростной режим. Во-вторых, разная, как бы сказать, скорость и характер изменения дорожной обстановки. Понимаете, на что я намекаю? Да? В городе собачки, дети, вот это пешеходы, потому и скорость меньше. Вот, это пешеходные переходы. А на трассе, особенно автомагистрали, особенно рано утром, как я вам, помните, рассказывал, сел и поехал, никого нет, 4 утра там на море, да? И в чем опасность? Я хочу об этом ролик снять, все время забываю. Для вас эксклюзивно. В чем особенность и одновременно опасность? Во-первых, при большой скорости на дороге, на автомагистрали необходимо решение принимать заблаговременно. То есть маневр нельзя. Вот захотел, оп, повернул сразу, да? Так можно в городе. Или человек идет по дороге, ну, по тротуару. Раз, а я вспомнил, не выключил утюг. Он сразу развернулся, пошел. На дороге, когда вы летите со скоростью 130, с разделительной полосой, вы не можете сразу развернуться. То есть первый совет автопрофессора. При движении по дорогам для автомобилей и автомагистралям, это такое у меня вводное как бы слово к этому разделу. При движении по дорогам для автомобилей и автомагистралям необходимо планировать свои решения заранее. Допустим, обгонять. Как обгонять в городе? В городе взял, включил и объехал, да? На дороге, допустим, автомагистраль вы едете, да? Машина, вы хотите обогнать. Машина едет со скоростью 100, предположим, 90, там, грузовик, да? Ага. А вы, чтобы обогнать, вы должны ехать со скоростью 130 или там 140, пока никто не видит, да, 150. Вы должны заблаговременно перестроиться на левую полосу, опередить его и опять перестроиться. Это как бы растянуто во времени должно быть. Почему? Потому что я рассказывал, в секунду машина пролетает несколько десятков метров на такой скорости. И нужно как бы подумать и плавно это все сделать. Более того, когда вы вываливаетесь из полосы, мы не забываем смотреть, потому что сзади могут быть чувак или чувиха, а-ля Зайцева в кавычках, которая может ехать со скоростью 200 по левой полосе. Понятно, да? То есть тут немножко другая схема принятия решений, другое вот как-то надо так заблаговременно, потому что оно все быстро происходит, поэтому надо планировать это. Вот как планируют наступление, сейчас все говорят, вот так надо планировать маневр, не совершать его внезапно. И обратная сторона, второй совет автопрофессора по автомагистральным дорогам, автомобилям. И обратная сторона медали, вы когда въезжаете в город, вы привыкаете, что как-то вот немножко другой ритм, да. Вот. А тут раз все сменилось, выбежал человек, переключился светофор. То есть нету такого, еду себе и еду там часами. То есть вот этот ритм и скорость восприятия, особенность восприятия, они вот сильно отличаются. И надо переключаться. Как бы вот с одного вот этого вот стиля
стиля езды на другой стиль. И третий совет от профессора, и последний, чтобы вас не утомлять. При долгом движении монотонном, что происходит с человеком? Он либо, ну, засыпает, я про вас плохого не думаю, что вы за рулем засыпаете, очень плохая привычка. У человека замыливается глаз, он перестает реагировать на изменения обстановки. То есть он расслабляется, да? Особенно круиз, если нажал, она вообще и сама и скорость поддерживает, газ держать не надо. А адаптивный круиз и дистанцию соблюдать не надо, она сама дистанцию соблюдает, машина, понимаете? И это приводит к тому, что человек расслабляется. А расслабляться водителю, водитель должен быть внимательным всегда, даже, вот, даже с использованием электронных помощников. То есть надо как-то не расслабляться, расслабляет трассу. Вот что я хотел сказать. Время езды по трассе, посмотрите мой ролик, лучшее время для дальней поездки. Ролик короткий, буквально там 30 секунд. Я выступаю на своем YouTube-канале. Вот. А теперь все-таки, если нет вопросов, приступаю таки к разделу 27. Сейчас. Так. Да. «27.1. При выезде на автомагистраль или дорогу для автомобилей все то же самое. Мы уступаем тем, кто там движется уже. По аналогии с выездом с прилегающей территории, жилой зоны и, в принципе, в соответствии с принципом, сформулированным лично мной, принцип пересечения траектории. Они уже там едут, а вы туда въезжаете. Поэтому обязательно смотрим по сторонам. Вот, и аккуратненько въезжаем, никому не мешая, включив указатель поворота и так далее. Да. Вспоминаем другое требование. Если есть полоса разгона торможения, надеюсь, вы знаете, что это такое, водитель обязан пользоваться. То есть водитель вот этого черного внедорожника или кроссовера, отсюда не видно, вот, он должен обязательно проехать эту полосу, а не вклиниваться сразу сюда. Причем, если он осторожный водитель, я бы советовал не только две темные пропустить, да и серая пусть едет, ну и желтую, наверное, стоит пропустить по себе, а потом уже выезжать на всю загальную стричку, загальную всю. Стрічку руху, да, полосу, стрічку. Ось якось так. Далі. Тут перефразировано пункт 27.2. На хайвеях і дорогах для автомобілів запрещається, вообще запрещається, движение тракторів, самоходних машин і механізмів. Вообще. Далее, грузовики массой свыше 3,5 тонн могут двигаться только по первой полосе и по второй. Далее второй они ехать не имеют права, это важно, это есть в тестах. Кроме как для поворота налево-разворота, ну для совершения маневра, да, им можно занимать эти полосы. Но двигаться по полосе третьей и дальше они не имеют права. Останавливаться необходимо только в специально отведенных местах. Варианты знаков вы видите. Вот, да. Если остановка вынужденная, тогда догадываетесь, да, необходимо пользоваться в соответствии с пунктами, теми, которые я только что упоминал, 9.9.9.11, выставлять знак аварийной остановки, включать аварийную сигнализацию, убирать за пределы дороги, за пределы полосы движения машин. Но это, как говорится, в экстренной действительно, когда это нужно. Да. Далее. Запрещается разворот и въезд в технологические разрывы. Вот. Тут придется маленькое отступление. Что такое технологический разрыв?
это место, где разделительная полоса либо ограждение прерывается, и физически воспользоваться, развернуться можно. Вот как на картинке вы видите, да? Но вы же видите, что тут сплошная линия разметки. А я вам говорил, что сплошную пересекать нельзя. И тут нет знака места для разворота. То есть, если нет знака места для разворота или зоны для разворота, а тут еще и разметочка об этом недвусмысленно говорит, то мы с вами пользоваться данным разрывом для разворота не имеем права. Имеет право пользоваться данным местом специальные автомобили при выполнении служебных заданий, полицейские, скорые, инженерная строительная техника, пожарная и прочее. То есть те, кому очень это необходимо для своих служебных должностных обязанностей. Ну вот как-то так. Как-то так. Соответственно, понимаете, что могут быть что? Вот такая картинка и может быть в тесте, соответственно. Соответственная информация. Далее. Это как бы в правилах, это в форме, что запрещено, 27.2. Запрещается также движение задним ходом. И запрещается учебная езда. Как бы тоже очевидно, почему. Да. Учебная езда запрещается. Еще обратите, я об этом говорил, но на всякий случай еще раз акцентирую. Чем отличается дорога для автомобилей от автомагистрали? Да ничем. Внешне не отличается, но дорога для автомагистрали зеленый фон 130, а дорога для автомобилей синий фон 110. И в ней могут появляться перекрестки, пешеходные переходы, ну короче, и населенные пункты могут появляться на этой дороге. То есть она немножко по-другому организована инфраструктурно, такая дорога для автомобилей. Ой, я завернул, да? Так. Далее. 27.3. На автомагистралях, кроме этого, запрещается движение, кроме специально оборудованных мест, механических транспортных средств со скоростью менее 40 км в час по технической характеристике или состоянию, а также перегон и выпас животных в полосе отвода дороги. То есть сюда же, вот видите, да? Сюда же вот они все. Так. Да, гужевой транспорт туда же. Соответственно, буксировка разрешена, но она должна производиться в диапазоне 40-50 км в час. И как это будет выглядеть на картинке? Разбираю, чтобы было понятно. Смотрите, идем сверху вниз. Люди ходят по тротуару, он отделен газоном, вопросов нет. Люди идут по обочине, вот здесь вот нельзя. Автомагистраль или 5-3, потому что есть рядом пешеходная дорожка. Тогда здесь по обочине нельзя. Ехать медленнее 40 нельзя, перечеркнутая машинка. Трактору нельзя. Останавливаться здесь, чтобы посадить этих пешеходов, тоже нельзя. Буксировка можно до 50. Соответственно, буксировка не должна быть в соседнем ряду, потому что скоростной режим в самом правом должна осуществляться. Грузовик более 3,5 тонн может ехать по второй полосе, вот он, а по левой не может. Технологический разрыв. Красная машинка не может разворачиваться, а красно-синяя мигалка, да еще и с сиреной, может. Здесь у нас задним ходом нельзя. Мотоциклу можно, мотороллеру можно. Получается, что да. Вот. Велосипеду нельзя, учебная езда нельзя. И люди пошли. То есть вот в каких-то вариациях могут быть картинки такого вида, подобного, что-то, нечто подобного. Вот. Да, и 27.4, собственно, я вам уже рассказал. Пешеходы могут переходить только по подземным или надземным пешеходным переходам. Вот он, кстати, на картинке. Потому что скорость такая у машин, они не могут остановиться.
Вот. Поэтому должны быть специально отведенные места для пешеходов. Остался один пункт. 27.5. В случае вынужденной установки, вынужденной остановки на автомагистрали дороги для автомобилей необходимо обозначить транспортное средство. 9.9.9.11. Мы об этом третий раз сегодня говорим. Естественно, убрать за пределы хотя бы полосы движения, если адекватный водитель, или, либо если он не, только не может этого сделать, машина совсем сломалась. Но желательно, конечно, убрать, да, за пределы. Понятно почему. Тут кто-то летит, тут кто-то имеет право ехать со скоростью 130. И в такой ситуации, кстати, я, помните, вам советовал приобрести жилетец световозвращательный и одевать на себя в такой ситуации, чтобы вас тоже было видно, особенно в темное время суток. Вот, да, принять меры, чтобы убрать за пределы дороги. Об этом, собственно, в правилах не и сказано. Так, мы с вами закончили. Мы с вами закончили раздел 27. Вопросы? Або питання. Чи є у вас? А можна вернути картинку, вот там, де ви розбирали подробно всі движущиеся? Вот она, видите, да? Ага, да-да-да. Вот тут вот немножечко непонятно, почему вот самый к нам ближний нижний ряд зеленая машинка. Там нарисована стрелочка, да, вот эта красненькая назад. Что это обозначает? Это обозначает, что на автомагистрали нельзя двигаться задним ходом, в принципе. А чего же она не перечеркнута тогда? Ну, красной стрелочкой, ну нельзя так ехать. Ну, не перечеркнули. Ну, извините. Ага, все, я поняла. Ну, у меня просто в правилах такая же точно картинка. И тоже ну, это стандартная картинка, которая используется. Там на картинке просто сама стрелочка красная. Угу. Сама стрелочка красного цвета. Игорь, а можно у вас спросить? Это личный вопрос, можете не отвечать, у нас свободная страна. А кто вы по профессии, чем вы занимаетесь? Можно спросить? Бывший военнослужащий, авиатехник. Ну, я слышу, я вижу. А если вы военнослужащий, так у вас четкое мышление у человека. У вас должны быть права. Или вы не офицер? Да, были. Надо по новой. А, ну, хорошо, хорошо. Бывает, да, бывает. Ну, все будет хорошо. Я понял. Да, приятно, коллеги. Я тоже когда-то служил. Так, хорошо, еще вопросы, коллеги? Так. А можно спросить, если на автомагистрали три полосы вперед и в обратную сторону, то есть мы вообще не можем даже остановиться на третьей полосе никак? Если только это вынужденная остановка. Ну, вообще нежелательно. Если будет проезжать полиция, она остановится и спросит, что вы стоите. Объясняю, почему. Ну, я это хочу просто отдохнуть, например, сейчас, чтобы глаза... Сейчас, секундочку, сейчас вы скажете, я скажу, а то я забуду мысль, я же старенький, я шучу. Смотрите, смысл в чем? Это скоростные дороги, то есть там разрешено 110-130, а плюс наши 20 штрафы, плюс 20, то есть люди реально там едут 130-150. И как бы вот нежелательно в полосе движения что-то оставлять при такой скорости. Вот в чем идея концептуальная. Но в жизни всякое бывает, поэтому в правилах написано, если уж никак, если вынужденная остановка, ну мало ли, всякое бывает, колесо пробилось, кому-то стало плохо или что-то в этом роде, вот, то тогда можно, но по возможности уходить с полосы движения. И вообще это правило должно быть у цивилизованного водителя, его знают нормальные водители в нормальных странах. Сейчас закончу. Это правило, сама полоса движения должна быть свободна, чтобы люди могли проехать. Потому что если кто-то закрывает полосу движения, он же закрывает ее для всех. И остальные не могут проехать, понимаете?
Вот, вот такая логика. А теперь вас слушаю, да, Еленушка. Ну, я поник. А, спасибо, я поняла. Все, да, понятно. Хорошо. Ще питаннечки, мабуть, є? Тогда у нас такая ситуация с вами. Смотрите, у нас есть еще порядка 15 минут. Мы, конечно, можем пройти еще один раздел. У нас тогда останется свободное время на следующем занятии. Но мне есть что рассказать. Либо подумайте на следующем занятии, что меня спросить. Останется чуть-чуть кусочек. Либо мы можем потренировать несколько тестов каких-нибудь. Вот по какой теме вам бы хотелось тесты. Вы мне подумайте, скажете в начале следующего или в конце занятия. И мы можем вместе прорешать несколько тестов, если у нас останется время. Если нет, мне есть что вам рассказывать. И оно все будет как бы полезное. Поэтому не волнуйтесь, мне есть чем заполнять, так сказать, эфир. Но на всякий случай я как бы вот спрашиваю ваши пожелания. Так что, сейчас еще один разделчик пройдем? Да, давайте. У меня просто есть вопрос в конце этого раздела, поэтому я его жду. Да, хорошо. Хорошо. Значит, сейчас у меня открывается презентация следующего раздела, 28-го. Это у нас движение по горным дорогам и на крутых спусках. Вот такой вот отдельный раздел. Он один из самых маленьких. В нем всего 3 пункта. Вот, пошли маленькие разделы косячком. Сейчас, оно открылось или нет? Чего оно не открылось? Секундочку. Вот, я просто заранее не открыл, как бы это у нас, как это, вне плана, да. Вот все по плану, как-то вот это слово испортил, понимаете? Вот эти расисты испортили некоторые фразы, что их нельзя теперь... Литера Z они испортили, красивая буква, да, последняя буква алфавита Z, поза Z и так далее. А теперь вот нельзя это использовать, понимаете? Потому что оно как-то звучит теперь по-другому, да, по-другому. 28-й раздел. Рух по горных шляхах, дорогах и на крутых спусках. Так, крутых спусках. 28.1. Мы знаем, що в цьому пункті той, хто рухається зверху донизу, той повинен поступатися дорогою. Розумієте? Той, хто рухається знизу наверх, той має перевагу. За винятком ситуації, коли один із них має спецсигнал і вимкнений спецсигнал або синього, або червоного кольору, і він рухається по невідкладному службовому завданню. Тоді немає різниці, нема ніякого значення, хто із них зверху, а хто знизу. 28.2. На горных дорогах и крутых спусках. У меня есть картинки, а что я сижу, да? Так, на горных дорогах и крутых спусках водитель грузового автомобиля свыше 3,5 тонн, трактор и автобус, они тут приравниваются, должны пользоваться специальными горными тормозами, если они конструктивно имеются. Во время остановки или стоянки пользоваться противооткатными упорами, именуемые в народе башмаком. Это такой клин, который ставят под колесо, чтобы машинка не покатилась. Вот. Называется противооткатными упорами. Вот. И. Да. И. И все. Дальше третий и последний пункт. 28.3. Ах. Да. На горных дорогах запрещается
двигаться с неработающим двигателем и выключенными сцеплениями передач. Сейчас мы к этому вернемся. И запрещается буксировка на гибкой сцепке и любая буксировка во время гололедицы. Ну, почему на гибкой сцепке, понятно, чтобы машины болтались и не стучали. Она просто вынесет ее на наружную сторону, на наружную траекторию и стукнется со встречной машины на горной дороге. Я надеюсь, вы поняли, что я сказал. Вот. Да. Далее у меня еще картинки есть. У того, кто вверх. Поэтому помните, я говорил, не надо путать знаки 1.6, 1.7. Если правый клин черный увеличивается по правую руку, значит это подъем. На машине не всегда это понятно. Насчет вот, движения выключенным двигателем, сцеплением передачи. Я могу сейчас рассказать, а могу рассказать после того, когда мы дойдем до устройства автомобиля. Я покажу, что такое сцепление, передача, коробка передач. Вот, и это. И будет понятно сразу. Как скажете, я бы это перенес на, когда у нас устройство будет, про эти железки, когда будем все говорить, тогда пойму. Но как бы вот, да. Вот, вот еще что про горные дороги. Выключать передачи нельзя, да, двигаться не так. Вот так выглядит горная дорога. Я даже знаю, где эта дорога, я хотел по ней проехать, но увы. Да, из-за коронавируса, потом из-за войны не получилось. Значит, особенность горной дороги, раз уж речь зашла, два слова. Сплошная линия разметки, почему? Потому что масса закрытых так называемых поворотов, то есть с ограниченной обзорностью и с крутым радиусом. А мало того, что крутой радиус, так еще и перепад высот. То есть двигатели, трансмиссия работают в таком напряженном режиме, поэтому скорость объективно по горной дороге всегда. Скорость меньше, если не водитель не самоубийца. Почему? Вот по этим объективным причинам. А кто знает, как называются вот эти крутые повороты, вот эти такие изгибы? Знаете, как называются? Кто-нибудь знает? Скажите, если знаете. Серпантин. Серпантин, правильно. А еще одно название. Как будто лента, видите? Знаете, вот эти гимнастки с лентой, да? В Советском Союзе смотрели на гимнасток, потому что эротики не было. Вот, да, я был маленький, помню, да. Значит, а еще другое название. Другое название — тещин язык. Вот этого изгиба — тещин язык, да. Так водилы именуют эти повороты. Но я к чему это все рассказываю? К тому, что я бы вам советовал, когда у вас появятся навыки устойчивое вождение, когда-нибудь попробуйте поездить по такой дороге. Вы получите, ну не знаю кто как, массу удовольствия. После такой дороги очень скучно ездить по степям. Вот в Мелитополь едешь, там по крымским дорогам покатался, а потом заезжаешь в Мелитополь, едешь уже в Харьков. Капец. Так нудно. Как по столу едешь, или как по хайвею в США. Масса удовольствия, причем страшнее пассажирам. Потому что вы за рулем, вы чувствуете, что вы контролируете машину, да? Что она как бы держится колесами. А пассажир сидит с краю, вот, центробежной силой его прижимает к двери, не забудьте двери закрыть. И он видит пропасть у себя в окно, правое вот это, знаете, в окно. Ему кажется, сейчас машина упадет. В общем, прикольно пассажирам, да. Вот. А еще местные летают по этим дорогам. Кстати, по крымским дорогам, я уверен, что мы с вами прокатимся по ним. Хотелось бы быстрее, ну, возможны варианты, через сколько мы прокатимся. Там есть особенность, они покрываются такой пылью, некоторые дороги, в некоторых местах. И когда начинается дождь, она становится влажной, и получается такая, как смазка. То есть дорога как бы не мокрая, но она как бы и не сухая. И там вообще гонять по крымским дорогам, они специфичные. Там, я имею в виду на южном берегу, где горы. Какие-никакие, а горы. Да, в общем, надо аккуратненько. Но удовольствие еще то. Да, вот. Вот еще один подсказка. Как работает тормозная система. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, смотрите, раз уж тут у меня картинка, быстро рассказываю. Ням-ням. Тут как шприц, жидкость. Жидкость специальная, тормозная, пить ее нельзя. Но это я для советских алкоголиков, этого не все знали. Она спиртом воняет. Она не сжимаемая, она не сжимается. То есть вода меняет объем, а эта жидкость нет.
Поэтому в желудке она превращается в капец. Да, человек может погибнуть. Вы толкаете поршень, и по трубочкам она пошла к тормозным механизмам. Либо барабанным, такие полукруглые полосочки к барабану прижимаются. Либо колодочки прижимаются к диску тормозному. Это более современная система. И за счет трения машина останавливается. Причем этих трубочек два контура. Если одна лопнет, то есть другая трубочка. Они вот так вот крест-накрест, их много этих трубочек. Вот. Но за счет трения машина останавливается. Но при трении что происходит? Материалы нагреваются. А при нагреве вот эти металлизированные накладки и сам тормозной диск металлический, он нагревается и теряет тормоза, теряют эффективность. Поэтому не надо, да, поэтому как бы, да, есть усилитель, вот два контура, один, второй. Если перебило трубочку, то дожимается педаль дальше и работает второй контур, и жидкость используется тормозная. Да. Вот видите, диск такой, это на машинах, на всех новых машинах впереди и на хороших машинах и сзади. Дисковые тормоза. И вот вы нажимаете, скобочка прижимается к этому вот диску. Так машинка останавливается. А сюда на болтике одевается колесико. Его, если приглядеться, вот в колесико видно. Вот такие накладочки сюда вставляются тормозные. Вот так оно работает. Это старые тормоза барабанные. Они меньше подвержены износу. Они внутри барабана. Вот. Они менее эффективны, но они более долговечные. И пыль туда, грязь не попадает. Видите, одевается снаружи такой барабан. Почему называется барабанное? Такой вот как бы как кастрюля, ну такое цилиндрическое. И вот они так работают. Так вот, на горной дороге они нагреваются. Поэтому необходимо не отключать двигатель и трансмиссию, чтобы помогать тормозам. А почему помогать тормозам? Отвечу на вопрос либо сегодня в конце, если захотите, либо тогда, когда будем устройство изучать. Да, буксировка на гибкой сцепке, понятно. Любая буксировка в гололед тоже еще то. Вот. Тоже еще то удовольствие. Так выглядят противооткатные упоры в действии. Они должны быть, да, должны быть укомплектован грузовой автомобиль ими. Тут такое место, инструментальный ящик, это база. Задние колеса грузовика и такие вот штучки должны быть. Еще и желтые, чтобы их было видно. Ну вот, собственно, все по 28-му разделу. Какие вопросы? Слушаю. Я хотела вопрос задать. Ну, это мне вопрос задали, но я не смогла ответить. По поводу знаков 1.6, 1.7. Это да. Подъем-спуск. Да. У меня спросил водитель, между прочим, с огромным опытом, почему на этом знаке написано процент, а не градус? Ведь когда мы там поднимаемся либо спускаемся, мы меняем, то есть как градус подъема. Может, вы мне ответите, потому что я сказала, что я не знаю. Вот такой вот вопрос. Я отвечу так. Спасибо, прикольно. Блин, у вас группа классная. Я вам, как там, респект вам, да, и уважуха. Прикольная группа. Такого меня еще не спрашивали. Почему я об этом не говорил? Я об этом не говорил, потому что этого нет в тестах. То есть, вот это, да, совершенно верно, это процент, а не градус. Совершенно верно. Я об этом, кажется, говорил, когда рассказывал о знак. Вот. И я об этом не упоминал, потому что этого нет в тестах, чтобы вас не перегружать. Процент – это соотношение длины к высоте. Ну, вот как объяснить, да, вот крутизну. То есть он показывает, да, крутизну подъема. Вот. А что вам этот водитель сказал? Он сам знает? Нет, он вот просто мне задал вопрос. Ты типа знаю, ты учишься, скажи. Ну да, типа ты, у тебя же свежие знания, у меня там права уже еще с СССР. Вот. Я этого никогда не знал. Может, я понял. Я вам хочу сказать, дорогие мои, что я вас об этом предупреждал. Вы уже знаете больше, чем водители, которые ездят с правами. Потому что это все забывается, вытирается из памяти. И вы, водители, которые реально эксплуатируют, ездят, вот, они знают направление движения по полосам, светофор, кто хороший, нормальный, проезд перекрестков и знаки. И то не все. Больше они ничего не знают. Ну, то есть то, с чем они сталкиваются каждый день, они знают и то.
ошибаются. Я когда начал преподавать, я понял, как в том анекдоте, помните? Штирлиц понял, как он рисковал. Так вот, я понял, как я, сколько раз я нарушал правила, когда начал преподавать. Я сам понял, что я их не знал. У меня есть ответ на этот вопрос, но я не уверен, честно вам скажу. Я не уверен, что он правильный. Поэтому я промолчу. Могу сказать, чтобы вы не думали, что я не знаю. Моя версия такая, но это моя версия. Вот все остальное, что я сказал до этого, я в этом уверен, а в этом я не уверен. Моя версия следующая. Надо же как-то реноме автопрофессора поддерживать. Профессор. Моя версия такая. Кривизна может меняться, и градусами сложно померить поворот. Понимаете, градусами. А проценты – это соотношение высоты к длине, то есть они показывают крутизну. А крутизна в данном случае как бы важна водителю, то есть он должен понимать, насколько, ну, насколько как бы наклоняется машина и так далее. Вот. И, кстати, крутизна используется, вот эти проценты используются и в последнем разделе, который мы будем изучать, 31-й. Там тоже не градусы, там тоже проценты. Вот. Ну вот как-то так, что это более как бы такая, более емкая, более точная характеристика. Вот такая моя версия. Ну, если вы настаиваете, Виктория и остальные, я, конечно, изучу вопрос и вам отвечу. Но меня никто никогда не спрашивал, поэтому я вот только предполагать могу, честно. А в правилах этого нет, да, в правилах этого нет. Ну, как-то так, вот так ответил. Как, если я не уверен, я честно говорю. Я никогда не вру ученикам, женщинам и детям. Вот, как-то так. Стараюсь не врать женщинам. Вот, как-то так, как-то так. Еще вопросы. В принципе, у нас осталась одна минута. Ну, задавайте. Еще один вопрос успеваю ответить. Тогда у меня рассказка. Произошло чудо вчера. Чтобы упало сразу 4 ракеты, я такого не припомню. Но одно из двух. Либо они безрукие, москали. Либо ракеты совсем старые, они отстреливают на Харьков, старые ракеты. А новые, видимо, отправляют на линию фронта для ПВО. Это ж ПВОшная ракета. Либо чем-то удалось воздействовать на ракеты. Это секретная информация, это мои предположения. Я не уверен, что есть системы ПВО, которые способны сбивать. Потому что ее очень сложно сбивать, я вам рассказывал. Либо все-таки что-то есть, что способно их сбивать, но они падали сразу после старта на территории Белгородской области. Очень странная, загадочная история. Вот. Но, возможно, это какое-то радиоэлектронное воздействие. Может быть, какой-то импульс, который как бы теряет... Она же полуактивная, то есть ей нужно подсвечивать радаром цель. Она сама цель не находит. Ей надо помогать этой ракете. Может быть, какой-то импульс. Какая-то вариация на тему контрбатарейной борьбы, но это очень хорошо, я надеюсь, что так дальше и будет. Вот. Ну, так прикольно было, я посмотрел на запись и очень удивился, очень странно. Я не ПВОшник, конечно, не совсем ПВОшник, я немножко другим занимался. Вот. Но, как бы, вот, странно, такая интересная ситуация. И вообще, хочется быть оптимистами, что самое страшное для нас всех уже позади. Вот. Будем надеяться. Будем надеяться. Осталось еще в таком легком таком осторожном ожидании еще дня 3-4 побыть. Да. Ну, как-то так. Все. Поэтому тому перебувайте в безпеці, не хвилюйтесь, заспокоивайте, будьте спокійними и заспокоїте своих рідних, близких. Допомагайте один одному. І якщо все буде добре, ми з вами завтра знову зустрінемось. Всього найкращого, до побачення. Дякую. До побачення. Так. Дякуємо, до побачення. До побачення.